Здравствуйте, ребята! Меня зовут Нина Борисовна. Начинаем урок математики. Очень трудная наука математика для вас, но учиться в наше время нужно каждому из нас. Математика – наука трудная. Вы готовы преодолеть трудности на пути к знаниям? Тогда пожелаем друг другу удачи, и у нас все получится. Тема сегодняшнего урока – это решение задач на сложение и вычитание по плану. На уроке мы проведем теоретическую разминку, будем решать задачи на сложение и вычитание по плану. Начнем урок с теоретической разминки. Вспомним математическую терминологию и определим тему нашего урока. Назовите результат сложения. Это сумма. Числа, которые складываем, называются слагаемые. Каким действием находим сумму? Сложением. Каким действием находим слагаемые? Вычитанием. Перейдем к практике. Чему равно первое слагаемое, если сумма равна 700? Второе слагаемое – 300. 700 минус 300 равно 400. Чему равно второе слагаемое, если сумма равна 700, первое слагаемое – 400. 700 минус 400 равно 300. Каким действием нашли неизвестное слагаемое? Правильно, действием вычитания. Вспомним, чтобы найти неизвестное слагаемое, надо от суммы отнять известное слагаемое. На прошлом уроке мы учились решать задачи, компонентами которых были сумма и слагаемые. Сегодня на уроке закрепим умение решать такие задачи по плану. Тема нашего урока – решение задач на сложение и вычитание по плану. Прочитаем задачу. Всего на участке 1000 кустов малины, смородины и крыжовника. Из них малины и смородины – 814 кустов, а смородины и крыжовника – 464 куста. Сколько кустов каждого вида? Рассуждаем и записываем краткую запись. Малины, смородины, крыжовника. Что известно в задаче? Известна сумма кустов малины и смородины. Это число 814. Нам известна сумма кустов смородины и крыжовника. Это число 464. Нам известна сумма всех кустов. Это число 1000. Что неизвестно в задаче? Неизвестно количество кустов каждого вида. Выделим главные вопросы. Определим, каким компонентом являются известные и неизвестные числа. Числа 814, 464 и 1000 – это суммы. А количество кустов малины, смородины и крыжовника – это слагаемые. Повторим правило нахождения неизвестного слагаемого. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо от суммы отнять известное слагаемое. Так как слагаемых 3, и все они неизвестны, работаем с числами 3 сумм. Составим план решения задачи. Чтобы найти количество малины, нам нужно из общего количества кустов, общей суммы, вычесть общее количество кустов смородины и крыжовников. Это и будет первое действие. Чтобы найти количество смородины, нам нужно из общего количества малины и смородины вычесть количество малины. Это будет второе действие. Чтобы найти количество крыжовника, нам нужно из общего количества смородины и крыжовника вычесть количество смородины. Это будет третье действие. Запишем решение задачи по плану. Сформулируем первый вопрос. Сколько кустов малины? Запишем решение. 1000 минус 464 равно 536 кустов. Сформулируем второй вопрос.
Сколько кустов смородины? Запишем решение. 814 минус 536 равно 278 кустов. Сформулируем третий вопрос. Сколько кустов крыжовника? Запишем решение. 464 минус 278 равно 186 кустов. Выполним проверку. Проверим первую сумму. 536 плюс 278 равно 814 кустов всего малины и смородины. Проверим вторую сумму. 278 плюс 186 равно 464 кустов всего смородины и крыжовника. Проверим третью сумму. 536 плюс 278 плюс 186 равно 1000 кустов всего на участке. Ответ. 536 кустов малины, 278 кустов смородины, 186 кустов крыжовника. Ребята, подведем итоги нашего урока. Мы разобрали с вами задачу на нахождение трех слагаемых по трем суммам, решая ее по плану. Если кому-то было сложно или непонятно, я предлагаю посмотреть этот урок еще раз. Для закрепления полученных знаний я предлагаю вам решить одну из предложенных мною задач по плану самостоятельно. Я уверена, что все у вас получится. Наш урок подошел к концу. К математике способность проявляй. Не ленись, а ежедневно развивай. Умножай, дели, трудись, соображай. С математикой дружить не забывай. До свидания. Спасибо за работу. До скорых встреч.